Schlachtschiff zerstört. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Nebel wird gelegt. Привет. Нормально. Я поставил War Thunder на закачку. Ага. Ну а хуй тут делать? Что-то меняют, механики какие-то добавляют. Таблицы. Ну, на плойке, если только клауды, там это поддерживают. Там это можно. Ну, тут как бы полностью ПК-шный клиент. Можно играть на геймпаде, но очень неудобно в плане ориентироваться. Меню и там кросс-платформа с ПК. ПК нет, да, мышка подключаешь клавиатуру и все. Ну и красты можно. Просто на консолях, мне кажется, мало играют. Хотя я стримы смотрю постоянно. Там таблицы показывают игроков, там очень много людей с геймпадом нарисовано. Ну, типа кросс-платформ. Здесь стабильно есть там всех по 7, наверное. Из там, сколько там, из 30 до бою. А что тут делать? Ну да, компанию что-то делает. Ну, корабли не выпускают, ничего нет. Одни донатные корабли выходят. Все. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Maschinenboost deaktiviert. Ну что? Я открыл уже все, что мне нужно. Вангарда я качать не собираюсь, мне бизнеса хватило. Мартель, не знаю.
может быть, когда-нибудь, если они так и продолжат ничего не делать, придется его покачать немножко. Фантас не интересен, Ташкент не интересен, и Чапаев этот. Да. Ну, давно говорил. Еще Чапаев тоже не нужен. Короче, нечего качать. Что-то интересное, типа Амалфи ввели, и все. Ну, кизуки, но это того. Можно было его и не качать. Его бы лучше просто за саводку добавили. All stations reporting the position of a strategic target. Nebelwerfer gestartet.
Oh. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Это было комбо. Так, ну сейчас самое главное, чтобы этот олень на вичке не слился.